Ох ты, что шикарный вид, оператор, ты сейчас кайфанешь. Слышишь, Катюня, подожди, елки-палки, надо, может, мне этот, как-то порепетировать. Я не могу, меня разбирает, как ребенка. Оператор, снимаешь? Ты что, забыл, как разговаривать? Меня переполняют эмоции. Друзья, всем привет, с вами Дискрип Иван. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзьяки, чтоб все вот так вот радовались свои почти 50. Как дети. Я тебе говорю, у меня, я не голодный, а слюни текут. Я в таком месте. У каждого нормального человека в мире по-любому есть мечта, да, вот такая себе, как это, взрослая, не по-детски, попасть вот в такой вот, офигеть, автосалон, я в шоке, ты что, Катя, я здесь не был никогда и все время мечтал. Ты знаешь, как мои приключения в Одессе начались? Ну, расскажи. Я сюда попадаю на «Жигули», у меня была «Жигули» 78-го года. Вот та, что, короче, еще дворники надо было за веревочку тягать, понимаешь? А чтобы водичка на дворнике брызгала, у тебя внутри помпа такая стояла. Нормально. Ну как нормально? Нормально было, если помпа была бы не дырявая. А ты когда вот так вот чвякаешь, у тебя по ноге вода текла, да. Не, ну я за другое. Короче, я... какой это год? 2000-й плюс-минус год. Ага, гоняю по Одессе на «Жигули», короче, кастрюлю, знакомлюсь с городом. И у меня моя «Жига» начинает тырдык-пырдык-пырдык-пырдык, короче. Я начинаю искать СТО, чтобы карбюратор подкрутить. Заезжаю в одно место, открытое... Ангар? Это я там уже, я, короче, потом там работал 2 года. Нет, СТО. Uh-huh. Захожу туда, никого нет. Это где-то уже было, я не знаю, поздно, часов 12, наверное, ночи было. Спокойно, тихо, я уже аж переживаю. Захожу туда, чтобы мне парень подкрутил карбюратор. Вижу, на подъемнике висит Audi. Я после трактора и велосипеда первый раз увидел вообще, не знаю, что-то такое космическое, короче. Заглядываю в салон. И у меня разрыв шаблона. Я не знал, что люди могли придумать вот такие машины. Целая куча, не знаю, там, блин, все что угодно. Обхожу вот так вот машину, смотрю, у нее разобранная морда в хлам. Стоит парнишка, короче, и что-то там себе под радио аккуратненько там насвистывает. А я знаешь, что первое сказал? Здравствуйте. Нет, не как тебя зовут, не можно ли у вас отрегулировать карбюратор? Я у него спросил, говорю, слышишь, а ты соберешь ее обратно? Короче, V-образная, не помню, шестерка или что-то такое. Он менял ей там этот ремень ГРМ. Ну вот так меня вот эти вот машины и победили. Я в каждый раз, когда была у меня возможность попасть в хорошего уровня машину, хотя бы просто рядышком постоять. А что тебе говорить? Я даже до сих пор, когда вот с Миланькой иду и коляску качаю, и вижу машину, я так вот подхожу и заглядываю, думаю, обалдеть. И мы сегодня, спасибо Никите, у нас есть хороший подписчик, говорит, Серега, короче, мне там чайки черноморские донесли, что твоя машина немного кашляет. Ну да, что-то там хреново заводится, багажник не закрывается. Есть там еще пару моментов. Так я ему говорю, так она же у меня старая. Может, ты хреново за ней ухаживаешь, Сережка? Ай, может быть. Я говорю, так она же у меня старая. Он мне говорит, Липован, пардоньте, лексусов старых не бывает. Мы сейчас пойдем, и как это, и пусть расскажет, почему их старых не бывает. Короче, друзьяки, welcome to... Куда? Это запасной выход, вход. Идем. Все, да не стесняйся, погнали. Блин. Какие же они красивые, я в шоке. О! Короче, сегодня передача будет связана опять не с Пугачевой, но с Аллой Борисовной. Алла Борисовна, снимаю шляпу, это человек, который непосредственно имеет... Да ну нахрен! Сережа, а я что, прям я за тебя волнуюсь, может, Катя, тебе надо было валерьянки какой-то налить? Ну надо было, машина, транквилизатор, красивая, так как это красиво, ёлки-палки. Ну что ж теперь, я вообще против Лексуса была, ты помнишь? А это человек, который имел Мазду, а я ей все время пел. Кто купил себе Мазду, деньги выкинул. Да, ну договорился. Прекрасная у меня была машинка. Но Лексус-то ездила, лучше. Ездила маленькая. Юрка. Я что хотел сказать, сегодня именно, как это, Пугачева правит балом. Я никогда не знал, что Алла Борисовна Пугачева поет эту известную песню про Лексус. Не приходит в голову ничего? Мне нет. Выбирай, солнышко, любой. Кому спеть? А, ты сейчас поймешь. Вот этому белому. Белому? Иди сюда. Перламутровому. Иди сюда. Обалдеть, ты что? Это просто... Ты посмотри на эту мордочку, елки-палки. Он так по-японски улыбается. Смотри. Маленький. Я в глаза твои, как в зеркало, смотрюсь. Отражение потерять свое боюсь. Не хочу, чтоб ты лишь гостем был в сумраке ночей и в судьбе моей. Я люблю тебя, как любят в жизни раз.
Будто Сережа, солнце в мире не было до нас. От забот и мелких ссор ты меня увел, и ключи от счастья для меня нашел. Для меня нашел любовь. Это любовь, похожая на сон. Сердец хрустальный перезвон. Твое волшебное люблю. Я тихим эхом повторю. Леха, я тебя люблю. Эх ты, где вход? Пойдем. Ты шо, Борисовна? Так и шикардос. Катя. Ты что, они там все угорают? Идем. Эх ты. Так от. Ребята, здрасте, я сюда попал. Обал. Здравствуйте. Я, конечно, дико извиняюсь. Скорую вызывать не надо. Я просто эмоционально сейчас могу треснуть. Да ладно. Девочки, здрасте. Ты что? Такие, у вас бывают такие дурочки, а? Или что? Слушай, а что вообще люди так себя ведут, когда попадают первый раз в Lexus? Вообще, вот сюда. Ребята, если что, это Никита, человек, который знает все за Lexus, да. Фу. Слышь, выруби, дай немножко. Люди сюда приходят покупать, Сереж. Да? Да, они смотрят. Я люблю, когда немножко порепетирую, я не могу себя так вести, у меня слюни аж текут. Внимайте, салфеток, водички что-нибудь с огнетушителя. Ого, у вас iPad какой, елки ты палки. Сейчас все организация. Ага. Газ, не газ, водичку. Любую, чтобы привезти, видишь, что я в машине пел? Слышишь, у нас любовь, чтобы ты понимала, она мне что-то там махнула. Может, это трансформер, как они там? А? Она почувствовала тебя. Я всегда мечтал попасть вот куда-нибудь вот сюда, наверное. Боженька меня послал в правильное место. Все время приезжаешь, думаешь, это так красиво, мама дорогая, там все блестит, мигает. И тут, ох, елки-палки. Оператор. Показать. Да. Я хотел сказать, вот когда я тебе сказал, что у меня старый Lexus, а ты поправил мне, что старых Lexus не бывает. Вот в трех словах, почему их старых не бывает? Старых их не бывает по одной простой причине. Это очень высокая надежность. Ага. Это продолжение разговора о наших мастерах, о том, что вообще философия японских автомобилей, она протягивается длиной в поколение. Эти автомобили продаются среди своих друзей и знакомых. Это по большей части друг и член семьи. Короче, на дороге не валяется. А сам бренд когда родился? В каком году? Бренд в 89-м году. А, вот тебе поэтому и старых их не бывает. Они все новые. Да, был организован проект тайный, он назывался F1 в 83-м году. 6 лет исследовали рынок. В 89-м появился первый продукт, это был LS400. Ага. Ёма, слышишь, а там именно такие самые серьезные японцы работают, да, на этом концерне? Да, самые серьезные – это так называемые мастера Такуми. Это идет отбор учеников, по большей части мастеров, которые проработали 20 плюс лет. Точнее, 25. 25 лет проработали на Тойоте, и только после этого, если ты оказался нормальным, да, да, тебя подпустили к Лексусу? Да, и они подтверждают свой статус, они не доминантной рукой складывают оригами в воздухе. То есть это еще нужно пройти экзамен, чтобы стать этим мастером. Серьезно? Короче. Каждый сотрудник? Сотрудники – это мастера Такуми. Mm. Вот, и они являются, и у них есть последователи, которые вместе с ними проходят обучение, после чего допускается. И они зачастую являются контролем качества. То есть каждый автомобиль, даже есть мастера, которые лакокрасочное покрытие осматривают руками, трогают. Да ты что, не приборами, именно на ощупь? Ну это Япония, детка, елки-палки. А что ты? Не только. И мы же привыкли там какие-то очень интересные изобретения слышать в медицине. Lexus, большая часть двигателей, именно большая часть самого двигателя, делается МРТ после того, как он отливается перед установкой на автомобиль. Ничего себе. Знак качества, это не просто... Ты не понимаешь, как она не хотела расставаться с Маздой, и чтобы вот это вот пересесть в Lexus. Я говорю, ты что, одна такая в Одессе? 70, какого, я же сейчас как это, наша машина года она была? 2005-го. Троечка, а Мазда была 2008-го. Я говорю, как можно Мазду 2008-го поменять на Lexus 2005-го? Я тебе еще раз пою. Он купил себе Мазду, деньги выкинул. Мы раза 4 поругали с ним. Идем чай попьем. Ты что, еще можешь потрогать? Обалдеть. Катюня, иди сюда. Ты посмотри, какой планшет. Я в шоке. Ребята, как это? Не пишите комментарии, ты что, с ума сошел? Как это? Вот сам, когда сюда попадешь, вот попробуй себя нормально, адекватно поведи. Обалдеть, какая Мазда. У нее ручка там непонятно где, ты видишь? Какая ручка? Ну, вон. Я не знаю, а какой ты говоришь? Режима. А, постой, слышишь? Не-не-не. А или чего не-не? Смотри, Катюша,
Это когда, допустим, ты едешь. Эй, добрый вечер, брат. Это когда ты едешь, и тебе надоело рулить, ты хватаешься за штурвал и валишь на самолете. Короче, эх ты, да ладно. Боже мой, какая Мазда, Катенька. Это ж ты шо, ты шо. Еще и кнопка, ты понимаешь? Даже на ключе сэкономили. Ручник кнопкой нажимается, вообще уже ногами даже не надо, и ручку здесь себе дергать. Слушай, все лучше и лучше. Телефон можно заряжать в машине. Это уровень. Ты что? Ты смотри, главное, не зазнайся, Сережка. О, что? Слышишь, а мы мне барсетку искали, а? Ага. Вон нормальная сумка внизу, любую бери. Тебе какую, побольше, поменьше? А это, наверное, подарок, когда машину берешь, себе сумка в подарок, угу. А? Для денег. Ты приходишь такой сумкой, деньги как приносишь? Как для денег? Для сдачи. А потом... Потом сумку оставляешь. А, да. Это сумки покупателей, ну, которые пришли, купили Lexus и оставили сумку? Да, молодцы. Да. Эй, музей, брат. Что еще там? Цвета? Вот это бомба. Так себя ведут богатые? Как-то можно всех посмотреть? Кого? Лексусов. Сереж, тебе не идет. Это шибори, елки-палки, ты поняла? Да. Знаешь, что такое? А. Это не курить, это надо этим вытираться. Я тебя, между прочим, за твою скромность полюбила. Я вообще не понимаю, как ты себя сдерживаешь здесь. Как я себя сдерживаю? Ты же видишь, у меня... Я больше чем уверен, мы когда отсюда выйдем, она, знаешь, вот это вот будет. Чего это вдруг? Катюня, выплескивай свои эмоции прямо здесь, дари их, люди, вы будете тебе счастье. Вот тебе на. Мы, кстати, с Лексусом в этом очень похожи, правильно? Ты что? Спасибо, что вы есть. Эх, рюкзаки, сумки, чехлы. Слышишь? Ну, у нас же Lexus нормальный. А как говорит Никита, лучший Lexus. У нас вообще такой Lexus, как он сказал, мастодонт? А? Не знаю, Сереж. Катя, запоминай, пригодится. Один из неубиваемых у нас Lexus'ов, 330-й, короче. Я хочу ему подарок сделать. Кому? Да Lexus'у нашему кому? Не Никите, елки-палки. А, я думала, мне. Да. О, вот что? Это надо собрать, да. Одной рукой в полете? Угу. Как японцы вы до этого додумались вообще? Что вы там курите, шибори? Это пипец. Слышь, а я думал, iPad это телевизор. Что это? А клей вы какие можно... хочешь? Нет, цвета выбирать. Видишь, приходишь такой, как мы с тобой плитку выбирали недавно. Или обои там. А что, бывает, Lexus деревянный? Это, наверное, это торпеды. Нет, наверное. О, а там сюрприз. Тебе как? Катя, скажи мне, мы что сюда пришли, как это, цвет для твоего маникюра выбирать? А да вот оставь ты в покое, там можно сделать что угодно. Иди сюда, я хочу, у меня мечта была в машину такую залезть. Так ты же уже залез. Да то не одна. Вот это как у нас, только это совсем свежак. Я даже не знаю, как они работают. Не поломай. Слышишь, а у нас здесь что, это не работает в нашем Лексусе? Проверим. Ага. Залезай, Сережка. Ты посмотри-ка. Я тебя прокачу. Да даже я в своем белом здесь... Слышишь, ты будешь лежать, а я тебя буду вести. Вот это шедевр. Какой же ты красивый, елки ты палки. Слышь, так я им всю жизнь теперь петь буду, ё-моё, куда это? Тем более я всё про Lexus знаю, ты понимаешь? Открыл, закрыл. Обалдеть. А вообще мое знакомство с техникой началось, когда я попал на практику. Я же учился на тракториста, машиниста, водителя. Ну, короче, у нас много общего, да. Попадаю на бригаду, мне еще трактор не доверили. Но приезжают матерые трактористы на обед. Как обычно, тогда вот вышли, трактор не глушат. Потом они у них обед перерастают в пьянку. И он говорит: слышь, малый, пойди трактор заглуши, умеешь? Я говорю: конечно, умею. И я забегаю в этот трактор, понимаю, что там нет ни ключа, ничего, понимаешь? И я начинаю за все эти рычаги, короче. А как его надо заглушить? Есть момент. И я начинаю дергать за все эти рычаги, понимаю, что он не глохнет, а у него начинает что-то выливаться. Так я ему посливал, короче, все эти масла, гидравлические, там что угодно, короче, сделал. Прибегаю, говорю: я не умею. Я получил подзатыльник, конечно. Но теперь-то все по-другому. Катенька, хочешь присесть? Да нет, я постою.
ты до этого думала, что у меня на руках приятно. Угу. Ты поймешь, что мне с ним даже конкурировать не мог где. Ну, садись это давай. Это же надо такое придумать для людей. Что? А, вымкнуть фары, ты понимаешь? Опа! Какой, слушай, умный... Вот это вот лепесточки, я вообще таким не умею пользоваться. Ты посмотри, сколько на руле, каким вот таким вот. Да. А в Тойоте такие лепесточки есть. Я тебя прошу, не сильно акцентируй внимание на то, что я... Не умеешь? На то, что я чуть... О, я уехал! Тихо! Он что, сам выбирает, ты какого сказал, раз... что ты он умеешь. Сам выбирает, какого размера у меня ноги. Какой он красивый. Это предварительные настройки, так называемая функция комфортной посадки. А, я понял, ласки эти предварительные. Да, да ты шо? Катя. Да, вы под себя можете настроить. Выбирать что угодно, да? Тебе профиль? На каком? Да, ёшкин ты кот. Ты шо, давай на японском. Эх ты, наша родненька. Беспроводной Apple CarPlay. И проводной Android Auto. Выложим. Ребята, меня вставляет вообще да, таких размеров. Обратите внимание, так как у вас семья большая, там коляски, велосипеды. Ага. Это у вас зеркало. А если все... А, я понял, занят, я отловился. Это камера. Это уже камера сразу же? Вон, да, кто-то да. Пошел. Да, Катюня, аккуратно, не дергайся. Автомобиль. Боже мой, какой же ты красавец. Везде микрофончики. Катюша, mm-hmm. Я вот, мы когда строимся, пройдет пару лет, рассчитаемся с долгами, мы к вам еще раз придем. Mm-hmm. Уже, сейчас уже можем прикоснуться к мечте. У нас такой автомобиль, только в гибридной версии, сейчас есть на тесте, мы можем проехать. Вот все, что вы находите, ну сейчас видите. Вот здесь вот есть этот? Да, вот на улице автомобиль. Я согласен. Который... Не тот, которому я пел песни. Да, с которым вы общались, который вам подменил. Да ладно. Ты шо? Я что хотел сказать? Он что, сам должен закрываться или надо сильнее? Я не дожал его? Немножко, а, все, я понял. Сильнее. Он боится хорошо. Поломать. Я что хотел сказать? Это уже, ну, запатентировано. А, я понял, она не дергается, там внутри просто нажимается. Чпок, все, шикардос. Короче, ребята, теперь я точно знаю, что Дед Мороз существует. Угу. И одно из моих, что это, мечтаний, желаний сбылось. Попал еще и прокачусь. Вот это да, Катюша. Так, а это что это? А MX от RX чем отличается? Вот так вот в пробке стоишь, в попу красивому Лексусу и думаешь, ну, почти то же самое. MX это среднеразмерный кроссовер. Это... А, это средних размеров, это полномасштабный, да? Да, если сравнивать, это DSUV C-класса, это DSUV D-класса автомобиль. То есть высший класс между ними. Ну, по большей части принято считать, что RX это автомобиль семейного класса. Данный автомобиль это больше аудитория с маленькими детками, либо же аудитория, которая по большей части передвигается... Свобода независимой мамы с двумя детьми, правильно? Папа на RX уехал на работу, я бы так не мама говорил, не? Потому что больше, ну, мы бы вообще как бы гендерному признаку не привязывали автомобили, ага. Это не совсем правильно. Кому как удобно. Кто-то считает, что RX для города немножко велик, то есть его берут как автомобиль номер один, красавчик. И MX автомобиль номер два. Но здесь у кого какие ощущения. При понятно. Этом мы изменились в корне в целом. У них у всех есть характеристики и динамические данные автомобили, и намного комфортнее рулятся. При этом стала линейность и четкость. Все автомобили, которые вы видите, они сделаны по философии кокпит и Тазуна. Тазуна – это философия японской управления лошадью, то есть по большей части автомобиль продолжение. Mm-hmm. Но так как у автомобильного мира есть градации. В любом случае на рынке должны быть игроки среднеразмерные. Конечно, да, как полноценная команда, да. Да. Кто-то нападает, кто-то защищает, кто-то... У кого один-два ребенка. Да, мне так приятно себя почувствовать этим японцем, который трогает эти машины перед тем, как сказать, эй, уезжай отсюда, мы будем... Ну, вот, Катя, да потрогай, не стесняйся, это как у меня... Ты как дикая, елки-палки. Решетка. Да, ее ошибочно называют X-образной, но мы ее называем, это наша фамильная решетка,
Это же Lexus. Это одни из линий, да, что Lexus, угу. Но вообще веретенообразная. Это как дань тому веретену, с которого начиналась вообще Toyota Lexus бренд, ткацкий станок. То есть это у нас веретенообразная решетка. В народе ее принято... Ребята, попрошу не путать, елки-палки, да. Ах ты шо, ах ты шо. Эй, космолет, все, поехали кататься на его баню. Меня аж переполняет. А, нет, давай пока не уехали, еще в большой заглянем, да? Это же вообще самый большой, или, да, или это не самый большой? Что этот автомобиль мы с вами сможем посмотреть на улице, он уже, у него есть собственник, он закрыт. Это... А, это уже чей-то? Да. Я вас умоляю, мне хотя бы голову всунуть. Ух, я агрегат. Да, это GX, уже уходящего поколения. Это автомобиль ранний, это полноценный внедорожник, семиместный. Ага. У него двигатель, как принято в народе называть, классика, здесь V8, 4.6. Вот это могучий. Да. Очень комфортный, большой. Эх, Катюша, нам было такое, когда мы в Турции, мы на Мазде, Никита, гоняли по таким этим местам, что многие думали, что мы не справимся. Конечно, нам не хватало вот такого... уровня автомобиля, мы бы, с одной стороны, хорошо, иначе бы мы не вернулись и до сих пор бы там что-то там исследовали. А, мы здесь такие полноценное сиденье, да? Да тут да, все, что хочешь. Слушай, все, что хочешь. Хочешь багажник, хочешь сиденье. И мы залезали в такие дебри, куда ездят только на джипах, на полноприводных. И мы на этой Мазде троечке маленькой вот такой вот. У меня было, что садилась машина просто и висела так вот на двух колесах. А сзади меня везли турки туристов на джипах и не могли меня обогнать. Очень узкая была горная дорога, вот так вот. И они мне показывали, у меня фурик был от Алины, короче, до сих пор есть. Тут карась нарисованный. И они мне показывают, крейзи капитан, короче, туда ведь нельзя тебе ехать. А мы именно погнали вперед. Главное желание. Главное желание, мы целый день мы на это дело, ух, тихо, потратили. Но съездили, да. Lexus во всей красе. Катюша, ты посмотри, где вы берете эту фантазию, елки-палки. Я, вот мне кажется, что что-то у меня с японцами есть. Иди ты сюда, находишь, я, да? Я тебе объясню. Надя у тебя в Японии живет. У меня сестра в Японии живет, короче. И они тоже покарбовали решетку, понимаешь? Поняла, чтобы костей не было. Эта решетка жарит ветер так, что фу, и все, и ты там где надо. Ты что? Lexus моей мечты. Не, конечно, я в RX влюблен, как это, ну, на всю жизнь, наверное, уже. Я, походу, кажется, однолюбом себя только что понял, что я являюсь. Красавчик. А ты какой бы себе хотела? Не, я знаю, что ты у меня простушка, ну, немножко как это, ну, помечтай. Сережа, ты видишь, как у меня язык не поворачивается. Я хотела бы, чтобы я все время был за рулем, понимаешь? Водитель мой. Подожди, Lexus это свободная машина. Ну-ну. Это свободная. Сел и уехал? Да, сам сел и уехал, все. Ты мне не нужна уже. А я ее на себя оформлю, Сережка, а ты на ней ездить будешь. Да подожди, ты дай за добро считаемся. Что? Подготавливают. Пройдемте знакомиться с анкетой, правилами проведения тест-драйва. А, так это ты заполняй. Я за руль не сяду такой машины. Ты что, я рядышком буду сидеть? Я не умею. Я он только, еле припарковался. Я могу не спеть. Если спеть, как это бесплатно, так я еще раз пою. Я вам золотой... выделю водителя. Это наш Георгий. А, Георгий? Да. Все, хорошо. Давай, где расписаться? Где с Георгием расписаться надо? 88 недели. Эх, прокачу. Эх, прохочу. А Сергей говорит, а у него нет. Сергей попросил, чтобы кто-то забыл. Да, я нормальный парень, но лучше я рядышком посижу. Да. Давай я поеду, сзади. Сережка. Не, сиди спокойно. У меня есть водительская, но она в машине. А в машине остался ребенок, которого охраняет ваш охранник. Если я сейчас подойду, то мы разбудим. У нас совсем маленький ребенок. Я вчера был 11 месяцев, так что спасибо. Спасибо. Что? Пусть нас катает Георгий. Он Георгий. Георгий, Ларри. Правильно? А я когда осмелею, потом уже и паспорт с собой возьму, и родословную. А как ты приехал? Так паспорт уже для контракта нам нужен. Блин, а что, у вас любой хипиш можно заполнить, да? Хочешь на всю жизнь, хочешь сразу рассчитайся? Или как? Ну, не на всю жизнь, но мы ее измерять будем там, 60 месяцев. Это как раз Георгий. Ёшкин кот. Здравствуйте. Георгий. Таки здрасте, братик. Ты что? Гай-гуй. Поехали. Катенька, ты куда, до Измаила и обратно?
Ну давай, а хочешь дальше? А там в Румынии. Слушай, сейчас в Румынии какой месяц? Да подожди, ты Турция, сейчас трансфагараж. Да. Как, вы не были там? Нет. Покупаем у них Lexus и делаем бесплатно рекламу. Тут такое место есть недалеко, в Румынию. Только выезжаешь, сколько там, пару часов налево едешь, вот так вот все время вверх. И есть трансфагараж. Дорога, которую они построили... Не просто так, но она считается красивейшей в Европе. Туда, да, она не, туда, не круглый год она, работает. Она до конца октября, потом начинается снега, а ее закрывают. Она такая там красоты, медведи выходят ты не к понимаешь. Вам прямо, кормишь их. Это да. Прямо ну, заповедник. И дорога имеет вот такие вот размеры. Ты пока добираешься до пика, ты три раза за облака улетаешь. Ну все, что любят японцы. А потом сверху смотришь, и тебе видно всю эту... Такая шедевральная красота. Только ближе. Только ближе, да, в Румынии. Короче, валим сейчас туда. Григорий. А ты... Георгий, какой Григорий? А какая разница, уже... когда ты на таком лифте сидишь? А ты, Григорий, не ругайся, а ты, Петька, не балуй, а ты с кошелками не лезь поперед всех. Созрели вишни в саду у дяди Вова. Он уже и работает, мало того, что он мне мигнул. Катенька, любовь моя, динамическая ручка. Сзади села? Пройдемте. Ты садись так, чтобы тебе удобно было снимать. С какой стороны? С той стороны? Да не знаю. Давай, девочка моя, садись. А я, ох ты что, как я за тобой ухаживаю. Да ладно, космолёт. Я ничего подписывать не буду. Подожди, а как открыть машину? А, стой. Это вот. А ну еще раз. О. Так. Это сзади вот. Тоже обязательно присоединяйся. Катя, она знает. Катюша. И что? А что надо делать? Ехать? Ну, я не знаю. Ну, поехали. У меня педали нет, у тебя педали. Я просто не знаю. А, ты сам не умеешь? Ёлки-палки, ты что? Верните нам специалиста. Не, брат, Джан, ты посмотри, Катюша, какого качества камера, обалдеть. И это, да ты что? Full HD. Я вареный. Как тут по-другому не скажешь. Зарядки какие, хочешь полочки. Ёшкин кот. Шикардос такой. Это мы в RX-е, да? Да. Какой гибридный. Же он красивый. А гибридный, что значит? Это мы сейчас не на бензине, в смысле? И на бензине. И не на бензине, я понял. И не на бензине. И платно, и бесплатно. Катюнька, представляешь, сколько можно мимо заправки ездить с такой красотой? Боже мой, какой же он красивый. Температура комфортная, скажите, какая будет? Это я... Песня, все, двое не надо. Это просто, да, очень классно. Ты шо, карта какая? Ой, передний ряд, все, что ты хочешь. Ну что, это не игрушка, Катенька? А? Самый... Слушай, это еще какой-то длиннее, чем наш. Прямо очень здоровенский. С виду ничего, внутри. Огроменный. Сиденье как тебе, комфортное? Очень. От наших, конечно, очень отличаются. Ну, наши да, просто помыть как минимум надо. Сказать, что приятно, ничего не сказать. Это просто праздник какой-то. Настолько нежные ощущения. Я теперь уже могу сказать, как настоящий специалист, что Lexus хорошо шагнул с тех пор, как выпустил наш Lexus. Просто я только что вылез из нашего, я понимаю, что тут это небо и земля. Может мне снится, а оператор, ну выпиши что-нибудь мне. Или, а, нет, то обычно говорят, ущипни. Прелесть. Ты шо? Это, короче, и разговаривать по нему можно. Да, и, наверное, и видеоконференции сейчас. Слушай, а вот это вот электронное табло, вот это вот я вижу. А где же этот момент, там, где у тебя написано, как раньше, помнишь? Слышишь, а сколько твоя тачка максимально разгоняется? Тут сейчас не видно не, такого? Не, ну мы не будем сейчас это тестировать. Я не говорю, что мы сейчас должны ехать на максимальной скорости. Просто у нас на циферблате, там, если не ошибаюсь, 240. И ты видишь, что у тебя машина 240 гонять может. Так у нас понятно, там что... в милях вообще. А здесь? Здесь показывает скорость. Да, здесь а максимально ее? Зарядку. Здесь показывают его мощность. Ага, не, я понял. А ты понял, за что я говорю? Тахометр?
Спидометр? Спидометр, да. У тебя от 0 до 240, допустим. Здесь такого нет, да? И ты не узнаешь, сколько эта машина у тебя может максимально гнать. От 0 до бесконечности. До бесконечности. Серьезно, все, да? Конечно. Ты что, космос, елки-палки. Взлетаем. А ну, звони Максу, пусть раздвигает свои спутники, мы выходим на орбиту сейчас. Чоооо! Где мы? О, это похоже на Килью. Ты что, два раза поговорил, уже добрались. Вот машина. Вы просили? Времени, да. Сейчас через Замаил, через Вилково сейчас заедем там. Мы возвращаемся. Бахнем по стакану вина. А это если, короче, выпьешь, он, наверное, тебя за руль не пустит, да? Не. Он даже дверь не откроет. Даже дверь не откроет. Не, блин. Скажу, но меня он прочувствовал, я ему когда песню пел, он мне так глазиком моргнул. Я подумал, что у нас любовь, да, не с просто так. Взгляда, да? Искра. Да, точно, что искра. Катенька. А. Могу я уже не снимать тебя? Я вообще не знаю. Ты уже снялся? У меня отойдет оскал. Думаю, что нет. У меня уже болят мышцы, елки-палки, на лице. Да, сделай паузу. Ох, нет! Взлетаем! Елки-палки, ты что? Это ты? Маску уже набрали? Ага, все, трубку не берет. Трубку не берет? Застял, конечно. Скажи, а ты только что пальцем переключил режим? Режим езды. А я тебе говорю, блин. Все, мы точно в космосе живем. Можно, эко, можно. Все. Эко, мы уже прям аж не торопимся никуда, уже едем, вальяжно. Вообще мы и так никуда не торопимся. Мы уже успели, мы в лекции это вручную нужно? Мы только что оператор, короче, так прибалдела, что взяла и выключила телефон, мы сейчас по такому бездорожью прокатились, что я даже не понял, что это было бездорожье. Думаю, ничего себе в Одессе дороги хорошие. А у тебя любые дороги здесь кажутся просто песней. Что ты говорила, любовь моя? Подъезжаем к светофору, видишь? Он даже показывает, какого цвета сейчас светофор. Мне нравится вот такая карта. Большая. Ты шо? Можно ехать в путешествие. Если хотите, давайте подключим ваш телефон, и будет здесь Google карты, Apple карты. Скажите. Оставьте в покое там. У нас есть такие видео, что... Пусть лучше мы не будем подключать. Да не, я шуткую. Что я хотел сказать, только что вы меня взяли, вот этот красивенько избили. А, она говорит, мне нравится. А есть вообще хоть один человек в мире, который может сказать, что мне не нравится? А? Ну, может быть, кто-то предпочитает другой автомобиль, кто-то и скажет, что не очень нравится. Что? Нет? Ты что? Сделай это там похолоднее сзади, можешь? Перегрелась, а я... Это, Катюша, это... Ты же понимаешь, что все равно... Это сказочной красоты автомобиль. Взрослая игрушка. Молодцы, люди, японцы, вообще все те, кто создают вот такие шедевры. Для людей, я же говорю, слушай, в свои 50 радоваться как ребенок, это... Слушай, может, мне не 50? Такое ощущение, что нет. Может, мне всего лишь там 16. Мальчик-колокольчик. Да. В такой машине чувствуешь себя именно им. Еще тем колокольчиком. Но я не знал, что Алла Борисовна вот спела, она хотя сама не знала. Вот Пугачева, у нее есть, как это, ну, шедевр, елки-палки, а не песня. Любовь, похожая на сон. Она же ее Лексусу поет. Я в глаза твои, как в зеркало, смотрюсь. А это же не глаза, это просто бриллиант. Отражение потерять свою боюсь. Вот так и не хочется отходить от этой морды. Хочется стоять на коленке. Не хочу, чтоб ты лишь гостем был. Ну, в смысле, что ты пришел к нему и ушел. Не-не, вот хотел, чтобы остаться на все время. Ой, и в судьбе моей я люблю тебя, как любят жизнь не раз. И про тебя это тоже песня. Будто солнце в мире не было до нас. От забот... О, ты хочешь мне фонограмму включить? И мелких ссор ты меня увел, и ключи от счастья для меня нашел. А уже не ключи, уже кнопка, оказывается. Кнопку для меня нашел, любовь похожая на сон. Сердец хрустальный перезвон. Эх ты! И что у тебя за машина? У нас-то лучше. Hyundai. Еще это знаменитая реклама, если помните, ЛС, когда стоит много бокалов с шампанским, и он стоит, его подвеска работает, а бокалы не шевелятся. Если вы помните, ее все знали, эту рекламу, просто это... А может, братик, у меня в то время телевизора-то не было, елки-палки, это же я... Я в Одессу только в 2000-м случился, а до этого все нормально было. Я там на тракторе работал,
курей выращивал, на рыбалку ходил, еду себе добывал, короче. Не до телевизора было мне, да. Прям аж убаюкивает. Ложись, поспи. Такая, нет, не хочется, просто очень приятно. Вот бы на таком бы прыгнуть и в путешествие, а, Кать? Хотя бы Вилково на рыбалку давай поедем. Я с Никитой договорюсь. Слышь, а сколько у вас тут людей в штате? Немало? Немало. А ты что хочешь, подработать? Нет, я хочу не подработать, я хочу договориться. О чем? Нам дают Lexus на рыбалку. Так тебе водителя придется давать. Да я подпишу документы, я уже умею ездить, ты же не видела. Так, ребята. А мы привозим карася жареного на весь штат, сколько бы у вас там не было? 100, 200, 300, 400 человек. Тогда нас около 1500. Все. Да что ты смеешься, что позвоню Тёме сегодня. Карась приедет раньше, чем я на Лексусе туда доберусь. Ох, как красиво. Спасибо огромное за эту прелесть. Вам спасибо. Катюня? Выходим. Відстримуйся или как там, відстегивайся? А я отстегнулась, только у меня дверь не открывается. О. Она даже там попросить не, его. Опять поцелуй ему ручку. Надо попросить. А может тут эти... Еще разочек. Не, попробуйте. Еще разочек и еще разочек. О. Спасибо. Это что ты случайно не выпала, елки ты палки. Не любовь переживай. Моя. Ой, пока ты не закрыл, покажи, что под капотом, просто интересно. В багажнике я уже заглядывал, там ничего. Это что такое? А это что, я, может, я сам догадаюсь, нет? Ну, можно попробовать. Такой хвостик. Не, давай ты. А их там два или что? Ах ты, а, я понял. А я им вот это вот лохмачу, думаю, что за клитор под капотом, елки-палки, это не оно. Боже опять мой. Опять растерялся, да, Сереж? Не, точно что? Шагнул. Слушай, а что у него, рядный, да? Обыкновенный? Да ты что, еще лучше стал, ты понимаешь? В нашем, чтобы свечки поменять, надо на, чуть-чуть надольше машину на СТО оставить. А тут вообще, хочешь там рукой себе гуляй. Космос. Спасибо, сайонара, что прокатил. Или как там, агаримаска? Все, я после этого захода к вам точно японский учить начну. Все, Катюня, бросаю карасей, в японцы пойду. Ага. Буду проверять Лексусы. Ай, замурчал. Ласкаво просим, Катюня, и до скорой зустречи, елки-палки. Ты что, мечта теперь всей моей жизни. Я тебе говорю, даже телефоны у нас почти похожи. Оператор? А. Давай, считай. Раз, два, три, четыре, что, пять, сегодня, шесть, семь. Не сбивай меня. Восемь, девять, гости, десять, один. 23, 23, 23. Это у вас людей здесь? Сколько нет, это я вас сбиваю. А, я понял. А сколько людей здесь у вас? У нас 42. 42 человека? Да. Есть бэк-офис, есть ремзона. Можем пройти и показать нашу операционную. Это, кстати, сейчас фонда Сергея. Точно сбил меня. Я забыл, что я, для чего мне люди надо были. Это вам подарок. Мы сделали лимитированную партию брелков Lexus RX. Серьезно? Да, и новый RX был... Я могу разрезать? Конечно. Его маркетинговая компания была посвящена фильму «Черная пантера» от Marvel. Ёлки-палки. Я платочек не верну, сижу. Это ручная работа, это специально. Катенька, платочек тебе. Это философия упаковки японских подарков, называется фурашики, фурасики. То есть кто как, кому как удобно, какой интерпретации. Слава богу, что она снимает. Я только чуть-чуть эти руки не покусал, что я не запомнил, как это было. Я посмотрю себе на этом и точно так же научусь завязывать его. Скоро у оператора день рождения. Я даже коробку не буду выбрасывать. Благодарю, огромное спасибо. Ты шо, Катюня, а где ключи? Ха-ха-ха. Вот это вот давай, сейчас я быстренько...
Тут же и поменяем. Так что, Катюшечка, ты уже знаешь, что я тебе подарю на день рождения? Что? Ой, точнее, не что, а в чем? В чем? В этом черном платочке. А что ты положишь? Ну, это же секрет. Орешек? Для Белочки? Слушай, вот раньше делали мадам приятно, дарили там автомобили, ключи дарили. А сейчас что, когда у тебя вместо ключа кнопка? Дело в том, что смарт-ключ все равно существует. А, есть, да? Да. Анечка, все. Подай, пожалуйста, любой ключ от автомобиля. Катюша! То есть есть что положить, да, в коробочку? Конечно. А, ну все. И он классический, тогда... у него есть классический ключ. Ты видно? Ключок, дверь. А, понятно. Сережка. Да. Угу. Так что, если нет, короче, так через 100 вас, захочешь вас, мне подарить ключ от Lexus. Вас не подловишь. Милости просим. Слышишь, я тебе раритет подарю. О, тоже неплохо. Все, осталось только вспомнить, как завязывать это искусство. Я тебе помогу. Любый друже. Сейчас же это называется смарт-ключ. Он выполнен в форме ручки катаны. Видите, чтобы было удобно брать, то есть... так придумали. Ох, какой, да, красивый. У него остался классический ключ. В автомобиль можно попасть. И также он закрывает перчаточный ящик. Ну, то есть личные вещи. Угу, угу. О, вот видишь, как раз я храню правильно вот в том бардачке вещи. Слушай, я что хотел сказать? Перчатки. Я нормальный парень? А, там было вот два? Вот так вот? Катюша! Короче, у меня с Лексусом есть для тебя подарок. Пошли так. Операционную посмотрим. Идем. Спасибо. Ты что, такой, с таким брелком еще приятнее носить в кармане. Ну идем. Где там сейчас операцию сделаем? Слушай, у нас Миланюшка спит на вашей парковке лучше, чем где-либо. Ну, у нас аура такая. Мы для этого очень сильно стараемся. Ну, хочу тебе сказать, ох, красивая какая пантера, прямо как у меня на ключах. Ты видишь? Вот, как раз этими были мы вдохновлены. Ага. Ты что? Здравствуйте. Здравствуйте. Кто крайний? На посмотреть. Наш руководитель отдела продаж. Очень приятно. Серега Липован, Катюня, не пойми кто, но пригодится. Сережа, что ты такой? Так вот сумеречко палишь? Да я шучу. Вообще. А что, да все в Одессе знают, что ты нормальный человек. Да некрасиво оператор. Так себя вести вообще. Дай поцелуй тебя. Так и живем, как японцы, понял? Блин, дом от человека как человек. Скорость. А на людях себя ведет, не пойми, как кто. Все кабинеты видно полностью, все процессы открыты. Ага, все прозрачно, красиво. Здрасте, здрасте. Консультанты принимают автомобиль, прокручиваются мониторы, то есть это не что-то за облачное. А там конфиденциальная информация, вы, да. Вы в процессе можете видеть все. Пройдемте в цех. Айда. Здравствуйте. Добрый. Здравствуйте. Добрый день. Здрасте, здрасте, здрасте. Юлечка, здрасте. Очень приятно. Взаимно. Это Катя. Очень приятно. Это тоже Сергей, руководитель кузовного участка. Я вижу, что не простой парень. Катя, нифига, СТО! А, не, извини, операционная, операционная. Блин, пахнет именно, как я в Одессу приехал, прямо таким запахом. Я ж тебе говорю, у меня началось с того, что я так вот захожу, у меня Жигули не работает, а надо ж кастрюлить как-то деньги зарабатывать. Захожу, висит на подъемнике, только не Lexus, это было Audi, и меня порвало просто, ну, да, вообще. После Жигули, после трактора я первый раз увидел такую штуку, я думал, ты что, ну не может быть, чтобы такое люди придумали. А сейчас мы сейчас прокатились в этом Лексусе. Я понимаю, что лучше машины не бывает, это век на лодке не кататься. Обалдеть! Так, ну мы сейчас закончим снимать, я тебе там перечень жалоб подрасскажу. Без проблем. Да, и для нас будет, как это, большая честь, чтобы наш не старенький, а опытный Lexus попал в вашу операционную. Ты что? Блин, смотри, как доктора выглядят. Да. Катюня. Одни из самых старших докторов. Снимаю шляп. Я думал, я думал это как минимум надо вот так вот быть в мазуте весь, вот как я вот раньше был, разорванные кроссовки, сигарета в зубах, да, и ты стоишь себе там. Ну здесь вы видите на контрасте. Это просто космос. Короче, оператор. Но здесь даже больше, обратите внимание, у нас система климат-контроля. У нас круглый год одна и та же температура. Мой и ваши люди работают, да, и видят только есть счастье. Да, кузовной участок. Ёлки-палки, ты что, только вытяжка, посмотри, каких размеров. Обалдеть. Тут газуй не хочу, и чувствуешь себя, как на Фудзияме, прямо полные легкие, можно дышать. Да, помимо этого еще есть вытяжная система. Видите, вдоль ага. Подъемника. Да, отдельная. Катенька!
Это наш Лексус со смыли, елки-палки. Я тебе, нам даже стыдно его показать, потому что мы никак его не можем помыть. Ты вот оно так где. Мы все в комплексе сделаем. Подожди. А мы его, это здесь наш ребенок же спит? Да, да, да. Блин, под охраной. Скажи людям, они всегда переживают. Шо? Что за Миланюшкой смотрят. Смотрят, смотрят. Я сейчас, подожди, у меня, как это, от японцев для нас был подарок, а у нас есть от нас для японцев подарок. Хочешь показать на контрасте, Сережка? Как у нас чисто тут? Чистота и порядок. Это называется по-семейному. Не работает. Отвернись. На 42 человека хватит? Не знаю, хватит ли на 42 или нет, но это самый большой арбуз в Одессе, так что держите, кушайте на здоровье. Короче, друзья, я с этой души с хорошим настроением для вас попал сегодня благодаря Никите в сказку «Одесский Липован». Всем пока-пока, чао. Всего и пусть доброго. У вас у каждого будет Лексус и будет вам счастье, потому что на самом деле это счастье. Или спасибо. Будет о чем мечтать. Спасибо огромное. А? Эх ты!